Приветствую всех, друзья! На носу холода, и в Мариуполе в спешном порядке устанавливают окна. У моих родителей пару дней назад их уже смонтировали, а сегодня закончили делать откосы. Подъезд тоже застеклили, наводится порядок и стало теплее. А также в квартирах скоро включат отопление. Возле подъездов начали убирать мусор. Во двор уже приятно выйти. Эти дома уже полностью застеклены, но впереди их еще ждет утепление. Приятно видеть оживленные улицы. Люди гуляют, трудятся, и даже погода им благоприятствует. Это рынок Космос. И так как его протяженность уже стала в несколько километров, местные дали ему название 7-й километр. Когда в городе восстановят постоянные рынки, то этот, конечно, разгонят. В Мариуполь на восстановление прибыло 25 подрядных организаций из России, и до 2025 года им предстоит восстановить 680 объектов инфраструктуры, жилья, социального назначения и промышленности. А также планируется построить 600 тысяч квадратных метров жилья, 1700 километров водопроводов, теплотрасс и канализаций. Работы уже начались. Это микрорайон Солнечный, и здесь снесли несколько девятиэтажных зданий, так как они не подлежали восстановлению. Но на их месте будут возводить новостройки. Здесь было общежитие, и оно не ремонтировалось десятки лет. Но его уже утеплили, и внутри делается капитальный ремонт. С мая месяца в Мариуполе был запущен общественный транспорт. Проезд в автобусах пока бесплатный. И сейчас мы наблюдаем партию пригнанных новых автобусов. Здесь был горисполком, и это четырехэтажное здание уже много лет находилось в плачевном состоянии. Еще при Украине его планировали восстановить за 2 года, а при России город Мариуполь планируют восстановить за 3 года. А это бывший гипромес, и его готовят под общежитие, куда разместят 4000 человек, лишившихся крова, до получения их новых квартир. А еще радует тот факт, что Азовсталь больше не дымит, и воздух в городе стал намного чище. И все это только начало. Все будет хорошо, друзья, но не у всех. Всем мира, добра и процветания. До скорой встречи!